Собственник этого участка знает о строительных технологиях не понаслышке. Виктор Павлович сам легко спроектировал будущий дом и выбрал технологию для возведения фундамента. Винтовые сваи от компании «Мосваи» – оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Он отлично подходит для торфяных грунтов. Проект небольшой. Жилой дом 6/8, 2 этажа и печка. С печкой оказалось не все так просто. Печка, по идее, должна стоять по оси дома. Но это невозможно, поскольку эта труба упирается в конек. Значит, печку нужно сдвигать. Единственный вопрос, когда вот уже приехала под дом, под основание печки, я смог более-менее четко понять, куда ее и насколько ее нужно двигать. Вот. Изменить проект не составило труда. Специалисты компании «Мосваи» легко пошли навстречу и сместили сваи на 25 сантиметров. Монтаж фундамента занял всего несколько часов. Винтовые сваи закрутили за уровень промерзания грунта, обрезали по уровню, заполнили полости свай песчано-цементным раствором и сверху приварили оголовки. Всю конструкцию обвязали швеллером. Под печь было использовано 4 сваи с обвязкой и площадкой под стальной лист. По проекту печь будет отапливать 2 комнаты, а второй этаж, мансарда, будет летним вариантом для проживания. Все работы производились без строительного мусора и не нанесли вреда окружающим насаждениям. Быстро возводимый фундамент на винтовых сваях от компании «Моссваи» открывает много возможностей. Легко воплощаются проекты любой сложности, грунт не помеха для свай, и простоит такое основание более 100 лет.